Доброго всем хорошего дня! Сегодня я вам покажу, как приготовить незатейливый обед. Просто, буквально за 40 минут и у вас будет готов обед. Картошка 3 штучки, 100 грамм сала любого, ну, грамм 300 мяса, опять же любого, какое вы любите. Морковь небольшая и головка лука, ну, специи, конечно. Банка. Нужна просто вот такая банка. Вот у меня 1,5-литровая. Я сейчас беру эту банку. Ее нужно немножечко смазать внутри маслица. Сейчас мы это сделаем. Так я внутри все ее хорошо смажу маслицем. Ставить мы эту банку будем в холодную духовку. Все порезала, буквально за 10 минут я все порезала. Баночку смазала. На дно я положу лавровый листик. Перчик горошком. Лук, немножко сала, порезанного кусочками, вот так, мясо. Мясо режем вот так, кусочками вот такими небольшими, вот, видите, вот такими кусочками. Ну, конечно же, картофель кладем. Картофель тоже небольшими кусочками. Так, ну и что, моя любимая соль со специями. Так, соль со специями. Ну и опять лук. Немного моркови. Сало, мяско. Так, теперь чуть-чуть опять соли со специями. Картофель. Да, совсем забыла. Все это мы хорошо вот так уплотняем, чтобы это все у нас было плотненько. Картошечку немножко присолим. Будет очень вкусно. Я первый раз когда сделала такой обед, всем очень понравилось. Уплотняем. Я, наверное, много взяла. Ну, 3 штуки, ну, большие. Ну, берите поменьше. Это у меня 1,5-литровая банка. Ничего. Зато плотненько будет.
Картошечка, лучок, буду давать сок. Сало будет плавиться, все будет очень вкусно. Так, не забываем немножко присолить. И теперь, смотрите, вот это сверху я кладу. Лучок, морковочку сверху обязательно поплотней. И буду отправлять в духовой шкаф. Ну, где-то, наверное, минут на 45, вот так. Еще сверху, вот так. Посолили, поперчили. Все здесь. И в таком виде я отправлю в духовой шкаф на 45 минут. Подождем. Прошел ровно час. И наша картошечка в духовочке, приготовленная в банке, готова. Вот я снимаю шапочку. Буду сейчас перекладывать. Горячая, конечно, еще. Но тем не менее. Можно доставать. Смотрите. Вся картошечка просто разомлела. Я поближе подвину, чтобы было видно. Она еще потом у меня 10 минут просто постояла в закрытой духовке, чтобы банка немножечко остыла. Смотрите. Какая красота! Вот. Все. Все готово. Все пропарилось, подрумянилось. Ну, разве это не обед? Конечно же, обед. Вкусный. Питательный. Вот так, дорогие мои. Вот такая вкусная получилась у нас картошечка с мясом в банке приготовленная. Приятного вам всем аппетита и всего вам доброго. Не забывайте подписываться на мой канал. Я всегда вам рада, я всегда вас жду. Всем здоровья, всем добра. Пока-пока, мои дорогие.